потому что она мне не дает вот типичного бабского повода как-то на нее обидеться, потому что она в этом плане очень святая женщина, то есть она меня никак не выбешит. Мы просто все недавно поругались, не разговаривали 3 дня, я был виноват. И, как обещал, говорю, это на весь Краснодар, я был неправ. На третий день у нее спрашиваю, говорю, ты что, обиделась, что ли? Где сам кладет максимально непонимающее лицо. Обиделась, что ли? Просто мы не можем тему найти для разговора, думаю. Она говорит, нет. А любая бы другая женщина, она бы ушла в агрессию. Так, а как ты думаешь, что здесь, да, то есть, когда женщина копит один день обиду, нормально. Да? 2 дня, если я не говорю, ну ладно. 3 дня ты эту пробку, все в говном тебя вот это говорит. Ну, опорос, это зачем вспомнила, да? Мы это уже решили. И она говорит, ну ты что, обиделась, что ли? И она говорит, цитирую, нет, просто немножко неприветливо. Неприветливо, понимаете? Неприветливо. Я последний раз это слово в каштанке читал. Неприветливо. Мне кажется, вот если, знаете, она мне вот в постели застанет с другой женщиной, она не будет устраивать истерик, бить посуду. Она просто тихонечко сядет в уголочек, включит мамонтенка и перережет шлюхе горло просто. Ты что, убил ее, что ли? Нет, просто, Владимир, немножко неприветливо. У нас не растет сейчас дочка, ей 2 года, и она очень капризная у нас дочка, как, в принципе, я считаю, любой 2-летний ребенок, у которого отец мямли. И я, знаете, она меня не слушается, я недавно говорю, вот, будешь себя плохо вести, придет снеговик и заберет тебя в лес. Она говорит, снеговик? А я говорю, снеговик. А сам снеговик. Просто, это, знаете, это первое, что мне пришло на ум. Как бы. Я думал, серенький волчок банально, да? Милиционер, вот снеговик, просто вряд ли снеговик придет, да? Это не дядя милиционер, который может прийти. Мне кажется, максимум, что он может делать, посмотреть в окно и сказать, иди, пожалуйста, в лес. Вот. Я пошел, но меня, как бы, видишь, собачки описали, иди, пожалуйста, блин. Она не испугалась, потому что, ну, она видела всех снеговиков. Это не те люди, которые могут нагрянуть неожиданно, да? Буду идти. Непослушная дочка растет, конечно, но я ее очень сильно люблю, гораздо больше, чем жену, и жена в курсе. Просто не то, что каждый день об этом говорю. Нет, через день. 3 раза в день во время еды. Просто, понимаете, это девочка, но меня отцы поймут. Но когда появляется дочка, все остальные люди просто исчезают для тебя. Вот сын – это немножко не то. Сын на него смотрит, что это в будущем, ну, рыгающий, пердящий мужик. В любом случае, да, чё, агу, иди работать, агу. А дочка, да, это твоя маленькая принцесса. То есть ты ее должен как-то беречь, как бы, чтобы он нигде не упала, да, смотреть, чтобы там ничего не выбило. Знаете, что тебе в 20 лет не прилетело. Папочка, а где женихи? Где женихи? Каждый раз проходу мимо кавказцев, хоть бы кто, свитку.